начале ноября 41 года в Смольный вызвали оставшихся в блокадном городе ученых в области химии и биологии. Перед ними поставили задачу на следующий день предложить способы выпечки хлеба без использования муки. Профессор Ленинградской лесотехнической академии Василий Иванович Шарков предложил метод переработки технической целлюлозы в гидроцеллюлозу. Из древесных опилок получали техническую целлюлозу, из которой получали гидроцеллюлозу. Из которой получался пищевой сахар, а из него богатый белком и витаминами дрожжи. В блокадном Ленинграде заработали 6 хлебозаводов. Технологию изготовления хлеба скрывали. На документах стоял гриф «Секретно». И только 20 ноября по Латоке пошли конные обозы. Изнуренные, голодные лошади едва передвигались. Многие падали и больше не вставали. К утру 22 ноября вошла первая автомобильная колонна. Доставив в осажденный город 33 тонны продовольствия, на следующий день сутки удалось завести только 19 тонн. Все это связывалось с еще тонким льдом. С открытием дороги жизни доля гидроцеллюлозы в хлебе снизилась до 30%, а со временем до 10%. Древесные опилки спасли ленинградцев, ведь именно благодаря им они могли получать 125 грамм хлеба. Установить реальный рецепт блокадного хлеба непросто. Он изменялся чуть ли не каждый день, в зависимости от имеющихся хлебных суррогатов. Да и не хлеб это был, а скорее его подобие.